В ближайшие 5-7 лет Ямал станет ключевым регионом добычи для «Газпромнефти». Вопросы развития компании и взаимодействия с правительством региона в рамках договора о двустороннем сотрудничестве обсудили в Салехарде. Сегодня на ямальские нефтегазоконденсатные месторождения «Газпромнефти» приходится 27% всего объема нефтедобычи компании. В Арктике уже реализован ряд ключевых проектов. Это освоение Новопортовского, Приразломного, Мисоякского месторождений. Создана базовая инфраструктура добычи и транспорта углеводородов. Выстроена система круглогодичной морской отгрузки нефти. Как рассказал первый заместитель генерального директора «Газпромнефти» Вадим Яковлев, сейчас идет подготовка к запуску еще ряда крупных проектов по добыче сырья. В ближайшие 5-7 лет эти проекты сделают Ямал ключевым кластером добычи компании. Безусловно, вызовы, с которыми мы сталкиваемся здесь, довольно серьезные. Это и сложные климатические условия, и отсутствие инфраструктуры, и непростая логистика. Но, как показывает наш опыт, мы с успехом преодолеваем эти трудности и достигаем стратегических целей, которые перед собой ставим, отметил Вадим Яковлев.